При покупке жилья одним из важных вопросов становится ремонт в будущей квартире. Прежде чем въехать в новый дом, предстоят кропотливые этапы ремонта. Штукатурка, монтаж гипсокартона, заливка стяжки, шпатлевка и многие другие работы, которые требуют немалых затрат. Сегодня на рынке продаж квартир многие застройщики помогают обойти все эти проблемы и предлагают варианты уже с готовым ремонтом. Программа «Строительное дело» расскажет о преимуществах чистовой отделки квартир. Чистовая отделка является финальным этапом ремонта, после выполнения которой можно будет заселиться в квартиру. Такой вариант отделки зачастую используется, когда покупатель все средства вкладывает в приобретение жилья, а отделку квартиры по собственному вкусу готов отложить. Сегодня готовая косметическая отделка в большинстве случаев стала вполне достойной и современной. Чистовая отделка квартиры представляет полностью выполненный ремонт. Отшпатлены стены, поклеены обои, уложенный линолеум. Установлены ПВХ-плинтуса, натянуты натяжные потолки. Остается только одно – заезжать и жить. Данный вариант отделки идеален, а также экономичен для тех, кто решил не тратить деньги и силу на ремонт квартиры. Новоселам делать уже ничего не нужно, жилище полностью готово к эксплуатации. Не требуется никаких дополнительных работ. Преимущество приобретения квартиры с чистовой отделкой – является низкая стоимость, нежели вы делали ремонт своими силами. Ну и, конечно же, самое главное, вы сэкономите свое время. В новостройках с чистовой отделкой делается строительная стяжка пола, смонтированы и отштукатурены межкомнатные перегородки, установлены входные и межкомнатные двери, поклеены обои, пол зачастую покрыт линолеумом, натянут потолок. В квартирах установлены счетчики воды, электроэнергии, домофонные устройства и другие коммуникации. Немаловажным моментом является, что в квартире проведены все инженер-технические коммуникации. Это газ, водопровод, канализация, отопление и электричество. С установкой всех электротехнических приборов и светильников. Еще одним преимуществом является индивидуальное отопление с установкой двухконтурного газового котла с возможностью присоединения системы «Теплый пол». Следует помнить, что список отделочных работ, произведенных в новом жилье, у каждого застройщика разный. Но в основном каждая квартира снабжена общими стояками систем водоснабжения и канализации с разводками труб и установкой сантехнического оборудования, приборов учета расхода горячей и холодной воды. В санузле установлено все сантехническое оборудование. Это унитаз, раковина, ванная и полотенцесушитель. Также имеется выпуск канализации и водопровода для подключения стиральной машины. Одним из немаловажных моментов при въезде в новые дома является отсутствие усадки. Например, дома из металлокаркаса строятся по современной немецко-канадской энерго- и теплосберегающей технологии, что позволяет не переживать о ремонте в квартире. Он прослужит долгие годы. При использовании металлокаркасной технологии получается идеальная геометрия стен. Кроме того, они обладают высокой прочностью. Стены выполнены из двух слоев гипсокартона, что позволяет при применении специального крепежа выдерживать нагрузку до 50 кг. Сегодня большинство людей предпочитает приобретать квартиру уже полностью готовую для жизни. Таким образом, покупатель получает жилище, в котором он может сразу поставить мебель и заселиться. Что касается стоимости, то квартиры с чистовой отделкой за счет различных факторов зачастую обходятся дешевле, нежели с черновой. Если вы имеете неприхотливость в быту, то подобный ремонт должен легко вас устроить на несколько лет. Одним словом, чистовая отделка квартиры – это колоссальная экономия денежных средств, времени. Остается только заезжать и радоваться жизни.